Okay. Первый раз летишь на выезд Сосновой. Как ощущения? Прекрасно. Хорошо. Ну, немножко, да. Что будешь делать во время полета? Отдыхать. Устал? Вчера гол забил? Да, забил. Вот поэтому сейчас нужно хорошо отдохнуть. When I was like... Yes, I eat his face like this. Наш самолет произвел посадку в аэропорту Курумыч имени выдающегося ученого Сергея Павловича Королева. Глушенков сегодня остался в запасе, один из лучших игроков весенней части. Почему? Ну, во-первых, когда мы планируем игру с точки зрения стратегии, мы думаем о том, кто может выйти с первых минут и дать команде определенную скорость, темп игры, интенсивность, а кто может выйти по ходу игры и усилить ее. Сегодня один из таких вариантов, мы очень рассчитываем на то, что Максим по ходу игры принесет команде определенную динамику, скорость и качество. Давай.
пойдемте. Давай, давай, давай! Все, желтую карточку за фол в центре поля можно было избежать? Нет, я специально сделал брофол, потому что быстрая атака шла. Они убегали там вчетвером или пятером, я специально сбил атаку быстро, чтобы они получили гол в свой рот. Thank you.
Максим, вы с Изидором организовали отличный гол на контратаке сразу после выхода на замену. Получается, тренерский штаб угадал замену? Это получается, наверное, угадал, да. А какой был план на второй тайм? Да, играть в свой футбол, немножко нам добавить агрессии и движения. Как ты считаешь, чего не хватило, чтобы дожать соперника? Ну, даже не знаю, потому что соперник тоже, в принципе, хорош был сегодня. Ничего не могу сказать плохого. Вот, ну, наверное, чуть-чуть мы сбились на длинные передачи и перестали играть в свой футбол. А насколько тебе морально было тяжело играть против своей бывшей команды? Еще раз повторюсь, я вот только что говорил, что на поле друзей нету, поэтому я просто выхожу, делаю свое дело. После матча они тебе за голевую не предъявили? Ну так, чуть-чуть мы посмеялись, да и все.